20 по 22 апреля на территории Камчатского края состоится региональная волонтерская школа в рамках Всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема». Школа будет организована на базе детского оздоровительного лагеря «Волна». Участниками школы станут порядка 100 добровольцев от 16 лет, которые изъявили желание вступить в добровольческий корпус форума «Экосистема». Всего мы получили порядка 350 заявок на участие. Также участие примут специалисты по делам молодежи из муниципальных образований Камчатского края. Спикерами мероприятия выступают приглашенные эксперты Ассоциации волонтерских центров. Региональная школа проводится с целью обеспечения волонтерской работы на Всероссийском форуме «Экосистема», а также развития и популяризации добровольчества в Камчатском крае посредством привлечения специалистов и волонтеров из других муниципальных районов. Помимо образовательного блока, для участников также планируется организовать интересную досуговую часть форума. В нее войдут различные мастер-классы, просмотры спектаклей и выступления творческих коллективов. В течение 3 дней участники пройдут очень интенсивное обучение по таким основным темам, как портрет современного волонтера, компетенции, которыми важно обладать волонтеру, чтобы быть наиболее эффективным при оказании помощи благополучателям, цели и задачи волонтерской деятельности, как пользоваться платформой Добро.ру, игры на командообразование и многое-многое другое интересное.